О, здорово. С вами Акрус. Сегодня мы опять приехали на крышу. Катаемся. Вот. Вон, жесткий Данил. Мы приехали на докаже. Потому что на крыше, ну, как бы, крыша. И мы решили разрядить обстановку. На самокате по горожанке можно. Пойдем. Круто. Мануал топ. Ванечек. Чуть не упал. Короче, как-то вот так прошел этот день. Увидимся через секунду. Итак, новый день настал. Сейчас 6:30-6:40 утра. Я вышел гулять с Рони. Хочу спать. Но надо пойти погулять хотя бы чуть-чуть. Пойдем, Рони. И вон этот виновник моего сейчас неспания. Сейчас погуляю и пойду опять спать, потому что надо все-таки доспать то время, которое я сейчас упустил. Мы уже приехали в Пашин день рождения, и сейчас мы идем в сауну. Вот Ваня, и у него тоже есть канал. Но ссылки на его канал не будет. Это Макса, у него было недавно день рождения, и сегодня мы его празднуем.
ждем Ваниного отца. Вот. Идем над пропастью. Итак, в бассейне очень было круто. Вот. Надеюсь, вам тоже понравилось, как я это отснял. Я, короче, сейчас пошел гулять с Сережей и, возможно, еще кем-нибудь. Вот. Все, мы вышли с Сережей гулять, и сейчас мы ждем Роберта. Все будет круто. Да. Вот. Вот так. Да. Итак. Так, всем мы встретили Роберта. Нет, и сегодня мы... Нет. Да, блин, ты меня сбиваешь. Он меня сбивает. Итак, мы встретили Роберта. И я иду по перилке. Да, я тебя отвезу на машине. Ты только там следи, чтобы она вниз... Чтобы она что? Окей, круто. Я надеюсь, ты это обрежешь. Какая круто. Все видели, все видели. Я не дошел до конца. А серый держится за ветку. Серый он ли на читах? Ты че, гони читерить? А я вот тут, где? Я вон оттуда, по-моему, сорвался, да? Да, не с вами, короче. Помогают. Я, конечно, буду рассказывать байки, но я доходил до конца. Мы, короче, пришли в М-гриль, это тоже не реклама, за шавухой. Итак, спонсором нашего сегодняшнего обеда, уже не обеда, а полдника, является шаурма. Он не спонсор, он заплатил. Пича, как тебе шавуха? О! Вот, а Роберт идет и скучает, потому что русские блины закрыты. Короче, мы гуляем. И мы спрятались от моросящего неприятного дождика. Вот. И мы пошли вниз. Ну, я пошел вниз. А они как хотят. Роб, пойдем. Вот, Роб, помоги. Это парковка, но мы... Я зашел сюда спрятаться. Но мы пошли посмотреть, что там есть. И тут ничего нет. Да почему бы нет? Да, почему бы и нет? Ну... Ну, это все, что тут есть. Ладно, пойдем обратно наверх. Короче, мы пришли на место, где я уже был. Возможно, по-моему, видео 3 или... Да, по-моему, видео 3 назад или 2. Я здесь, короче, был. И здесь было дофигища снега. А сейчас здесь просто мокро. Вот. И здесь опять депо. Там вот дома. И Роберт и Сережа. Вот. Да еще там рельсы. Вот. И я сюда пришел, чтобы, например, сфотографироваться для превью. Ну, для видео. Вот. Итак, видеоролик подходит к концу. Если он вам понравился, поставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на канал и на Инстаграм. Ссылка в описании есть. Вот. Увидимся в следующем видео.